Не сейчас. Мэтт, открой дверь! Живо! Дэйн, подожди! Мэтт! Блин. Какого черта ты творишь? Я отремонтирую. У меня отвертка в машине. Хочу стать стендап-комиком. Ты что, серьезно? На сцене очень страшно. Мой друг тоже хочет попробовать, но он трусишка. Дэйн был нашим лучшим другом. Давай, Дэйн! Стремно как-то. Мне казалось, что они женаты, а я третий лишний. Эй, братан, это Мэтт. Хотел узнать, как твои дела. Привет, симпатяшка. Привет, бродяжка. Мама. Привет, девочки. Привет, симпатяшка. Привет. Как самочувствие? Устала. Спасибо, что приехал. А как иначе? Мэтт, мы можем поговорить? Скоро станет очень сложно. Такой вы, Николь, никогда не видели. Ты не должен быть один. Я могу приехать и помочь, если что. Приезжай, конечно. Сколько ты планируешь там быть? Думаю, пару недель, пока Мэтт не встанет на ноги. Обычно я готовлю завтрак и ужин. Попробую облегчить тебе жизнь. Можешь называть меня бабуля Дэйн? Конечно. Молли, не слышу. Я буду называть тебя бабуля Дэйн. Спасибо. Хочу составить список, написать девочкам письма на каждый важный этап их жизни. Хочу синие волосы. Объясни, что происходит. Не происходит. Происходит! Всю свою жизнь она хотела командовать карнавалом. И спеть на сцене с Кэти Перри. Ну что, организуем? Думаешь? Тебя нет уже 3 месяца. Я думала, ты уезжаешь на 2 недели. Что случилось? Я приехал и понял, что один человек тут не справится. Не делай из меня инвалидом, Мэтт! Ты должна принимать лекарства! Не хочу, отвали! Ты злишься не потому, что я опоздал. Что происходит с мамой? Ты злишься потому, что мама болеет. Зачем ты так с отцом? Молли, ты меня поломала! Улыбнулась. Люди не смотрят мне в глаза, когда разговаривают со мной. Ты самая прекрасная женщина в мире. И всегда ею будешь. Знаешь, ты не обязан оставаться здесь. Николь, моя подруга. Я рад быть с вами.